Мастера, строители, поклон от нас примите вы. Благодарность объявляем и объект ваш принимаем. Эксперты в сторону. Главные по приемке сегодня маленькие ельчане. Внутри нового детского сада дошколята еще не были. Но от горок и качели остались в восторге. Здесь им комфортно. Это заметили и родители, которые с нетерпением ждали сдачи такого необходимого объекта. Мы очень рады, что у нас открывается такой микрорайон большой, садик. И далеко не возить, рядышком с домом теперь удобно очень. Ждали, радовались. Сын идет сюда. Первый раз. Очень хочется, конечно. Мы прям рядом живем, хорошо. Прям теперь можно в садик и на работу потом выходить. Очень красивый садик. Такого, наверное, в городе еще не было. Вот сколько мы не ездим по городу, не видели. Большой, красивый. 2 года работы, более 100 миллионов рублей. И вот он, символический ключ от нового двухэтажного здания. Его глава Ельца Сергей Панов вручил заведующий садом. Ножницы прошлись по красной ленте, и гостей приглашают в мир детства. Экскурсия началась с бассейна. Мы наполняли всю работу. Все проверено, да, все не течет? Нет, вот еще все хорошо. Да нет, вроде не должно. 16 групп, 35 педагогов. В этом саду есть все, о чем может мечтать любое дошкольное учреждение. Пищеблок, оснащенный по последнему слову техники, своя прачечная, пост охраны, спортивные и музыкальные залы, большой медицинский блок. Проектная мощность составляет 120 детей, но мы приняли уже более 150 детей. Сейчас мы проходим лицензирование образовательной деятельности и надеюсь, что в начале октября наши двери распахнутся для воспитанников. Особенность нового детского сада первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Башко отметил сразу. В этом учреждении 120 мест, 90 ясельные группы. Их создание, ликвидация очередности среди малышей от 1,5 до 3 лет – задача номер один. Практически в области решен вопрос с дошкольными учреждениями. Это замечательный такой рывок, скажем, даже если брать, вот мы привыкли там в советские времена, то охват дошкольными учреждениями детского населения почти 70%, такого никогда у нас в области не было. Поздравить ельчан и педагогический коллектив с новым детским садом приехал и депутат Государственной Думы. Очень много молодых вот тут ипотеки берут, и дома вот эти рядом стоят, которые... И они у них, куда детей надо девать? Бабушка, дедушка, ну их, где-то их, у кого есть, у кого нет, и где они есть, что же, а им надо тут жить рядом. Поэтому этот детский сад был сделанный, вот я чувствую, с душой сделанный был. Новый микрорайон Александровский 5 лет назад обзавелся школой. Теперь появился детский сад. На очереди учреждения культуры. Современная типовая застройка микрорайона. Так должно быть везде, уверяют строители. В день рождения Ельца люди труда отметили благодарственными письмами. Теперь их портреты будут видеть все. Обновленная городская доска почета не пустует. Те, кто умеет трудиться на славу, принимали поздравления. Первый день празднования 870-летия города воинской славы завершили праздничным концертом. Елена Логинова, Роман Авраменко, «Липецкое время».